опять зритель приспичило мне камин зажечь. Как раз к обзору. Я вчера забрала с Озон аж две кастрюли, чуть меньше косаря каждая. Они были в коробочках обычных, но я их там оставила, потому что везти надо было как-то. Эту я подскрыла. О. Смотрю на себя, как она выглядит. Короче, она на 5 литров 400 миллилитров. 5,4. Тут у меня есть инструкция по применению. Аннотация посудохозяйственная, стальная, эмалированная. Правила эксплуатации и бла-бла-бла. Ох. Наверное, надо все-таки на коленочки взять мой планшетик, чтобы я видела, что я тут показываю. Вот. Крышечка. Серая ручечка. Вот такая кастрюля. С нейтральным, можно сказать, рисунком подходит под мои обои на кухне. Мне просто как бы одна кастрюля на 4 литра. Одна кастрюля, хрен знает на сколько, она такая вот, траву только греть на волосы. И я подумала, что после того, как варила очередное варенье, что мне не хватает большой кастрюли. И что-то вот так внезапно я вдруг ее... Ну, сначала думала, тут зашла на Озон, вдруг увидела кастрюлю. И я ее заказала. Она той же фирмы Аппетит. Что и мой чайник, который уже год с хвостиком живет. Аппетит. Сделан в России. И я подумала, что что бы не купить, раз все-таки она мне вылезла. И я вроде как то хотела, то не хотела. Тут очень много пупырчатой пленки. Я думаю, может потом сделать АСМРчик. А еще у меня здесь пакетик мне выдали, маечку. Ну, я сунула кастрюлю в рюкзак и понимаю, что у меня вторая, это не влезет. Я думаю, ну ладно, засуну ее в тележку. А мне девочка на базе говорит, а возьмите пакетик. Короче, в общем, тут кастрюля. Вот эта кастрюля, я ее заказывала 11 сентября. А она пришла, наверное, еще даже переносили доставку из Московской области в Углич. Я не знаю, может, ее из рук в руки передавали. Еще было написано, пока праздники на складе продавцам. Какие праздники с 11 сентября по конец месяца сентября? Я не знаю, в Московской области какие-то особые праздники. В общем, пока праздники на складе продавца, он долго не будет отправлять. И вот тоже. Я хочу ее потом обновить и запечь в ней, в смысле, затушить в ней овощи с грибами. Кастрюля Кальве. Премиум качество. Кастрюля с крышкой 20 см на 2 литра 200 мл. 2,2 литра. Кованый алюминий. Очень прочная конструкция. Антипригарное прокрытие. Ксилан. CL-7114. Вот сейчас этот особый, который, ну, типа, как бы не воняет, на самом деле он воняет, если делать балкон на щелочку. Вот если балкон открыть, а само окно, ну, так, небольшая щелочка на балконе, потому что там такое ветрище, то его вонизму не чуется. Так, ицы, она тут как-то так зафигачена. В общем, вот она. Для стикера. Никогда не разрезайте пищу в кастрюле и не используйте металлическую лопатку. Подходит для газа, еще для кучи всего. Кастрюля с крышкой, бла-бла-бла. Город Могилев, Республика Беларусь. А, то бишь он склад как бы в Москве, но я не понимаю. Я думала, может, она из Китая шла, просто написано, что склад в этой в России, в Москве. Что-то отлетело. А, какие-то штучки тут. Не СМРный звук совершенно был, но это не СМР. Вот. Бакелитовая ручка. Я сначала не хотела, вроде как, сомнения насчет бакелита, потому что у меня было что-то с бакелитом, оно как-то плавится. Другое что-то было с бакелитом, вроде ничего. Но я подумала, ладно, пусть будет так. Я долго вообще выбирала кастрюлю.
на 2,2 литра. Ну, в смысле, хотела где-то от полутора до примерно такого размера. До 2 с хвостиком литров. Просто у меня одна эмалированная кастрюля в деревне, а другая вместо нее из деревни приехала сюда с медом еще в начале лета. А другая кастрюля, у меня всего было 2 эмалированных кастрюли, одна на 1,5, другая на 2 литра. И вот, видимо, которая на 2 литра, она приказывает долго жить, там может дырочка какая-то на дне начинает образоваться. Иногда стоит кастрюля на газу, что-то не варится, а там так пошипывает. Что-то я пришла к выводу, что, наверное, надо мне какую-нибудь кастрюлю, не обязательно эмалированную. Вроде так плотно все приделано. Кастрюля, калия. Я туда капнула буквально каплю. Тут еще дофига. Еще когда искала, поняла, что надо бы все-таки мне сделать на камеру. Это АСМРная разборку. Мотивацию того, что у меня есть в закромах родины этой косметики, которую я обещала. Потому что я вдруг достала косметичку, увидела там какой-то крем. Не крем, думаю, блин, откуда это у меня? Что это такое? Вспомнила, что это подарок от подписчика какой-то. И потом, наконец-то, методом тыка нашла это средство. Еще думала, может мне его заказать. Потом думала, если оно есть, то что его заказывать. Она такая прикольная, на ощупь вот здесь вот. Тут какая-то наклейка. Такой звук был, наверное, АСМРный. Плюс Xylan. Внутри она, тут какие-то эти, вот эта фигня отвалилась, она, видимо, крепилась, чтобы крышка не елозилась по этой штучке, одна туда куда-то отпрыгнула далеко, справа по этому борту, но у меня что-то тут зеркальное отображение, ну пофиг, на монтажке-то оно такое, наверное, и будет. В общем, вот, кастрюлька. Я просто тут нестабильно, так нестандартно так села, а хотела, чтобы каминчик было видно, который вот еще чуть-чуть и потухнет. И вот это меня было видно с кастрюлькой, блин, она такая прикольная. Она, конечно, там стопудово потом затемнится или типа того от газа, уж не знаю, как будет, а может и нет. Кальве, премиум качество. Саму кальву-то я вроде особо-то как бы никогда не покупала. Ручки бакелитовые, удобные. У меня есть просто кастрюля. Я ее обозревала. Зайтан. Хрен знает. Ну, короче, есть какая-то фирма косметическая на Зе. Зайтан, Зайтун. А есть какая-то кастрюля. Не косметическая, а тоже на Зе. И вот эта кастрюля, у нее силиконовые накладки на ручках и на крышке. Очень удобная. Она как раз на 4 литра, и там деление внутри. А это... Ну, не было таких вот именно, как я хотела, потому что отзывы на современное качество этого Туна, Зайтана, или как там ее, ту кастрюлю на Зе, нет, не задница, именно на Зе, хотя из 6 тоже букв, зад, нет, а в заднице 7, ну. Короче, на ту кастрюлю были плохие отзывы, на Озон, Вайберс, еще где-то там, даже в том числе на, просто где-то по сети, что там приходит какой-то неликвид, что оно что-то там вообще быстро темнеет и дырявится. И я уже подумала, пофиг, пусть будет бакелит. А она мне все влезала, так рекламилась Озоном. Ну, типа, возьми меня, возьми. И я подумала, а что, если она так хочет, чтобы я ее купила. Она там 800 с чем-то всего лишь стоила. Это 800 с чем-то, а та кастрюля 700 с чем-то. Ну, короче, это около 900 рублей, это около 800 рублей. И я подумала, что, наверное, мне ее надо. Причем она на 2 литра 200 миллилитров. Ну, чуть побольше, чем моя душка. А выглядит так, будто она чуть больше, чем на 2 литра. Удобно, в общем. Плюс я смотрела, чтобы я хотела еще себе кастрюльку, которая как ковшик, у меня есть 2 ковшика на 700 миллилитров и на литр 700. Но чтобы это была кастрюлька и с крышечкой, и чуть побольше, чем литр 700. На литр 700 я тогда покупала, чтобы молоко хоть закипятить. Что удобно так вот промыть. Вот такая кастрюлька у меня. Обзор кастрюлек, это зритель, если пользуешься какими-то такими кастрюльками или какими-то иными, дай знать в комменты, можешь мне там куда-нибудь ссылочкой кинуть в какую-нибудь телегу, что типа вот такую кастрюлю я юзаю. Если тебе такой ракурс понравился, дай знать в комменты, в следующий раз тоже постараюсь как-то всунуться. Вон тут у меня каменчик догорает. С капли-то такой. Ну и это... Если тебе такой ракурс понравился и хочешь, допустим, АСМР рядом с каминчиком зажженным, либо не очень. А я как раз тут хотела вчера записать, но внезапно уснула вечером. Ой, ну сейчас не АСМР, так что можно громко. Вот с пупырками я хотела сделать АСМРчик.
Если хочешь такой, то дай знать комменты. Ну, а если хочешь не такой, тоже можешь дать знать комменты. Всем спасибо за просмотр. Если хотите поддержать канал, то можете это сделать или заказать мне на ближайшую базу выдачи вот это средство для камина. Тоже будет круто. Ну и всем пока!